Чей собственный вес не превышает 85 килограммов. По условиям соревнований им предстоит выполнить 90 подъемов. Действующий ветеран, спортсмен с 1962 года рождения, чемпион мира, семикратный чемпион России, мастер спорта международного класса Андрей Степанов, город Санкт-Петербург. Помост номер 2, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Алексей Пивоваров, город Рыбинск, Ярославская область. И на третьем помосте восьмикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Сергей Рачинский, Санкт-Петербург. Напомню, обязательная программа для спортсменов данной весовой категории. 90 подъемов. Все внимание на спортсменов и на табло. Внимание, участники. Отсчет контрольного времени. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Прошло. Видите, у каждого спортсмена своя манера. Помню, спортсмены обязаны выполнять упражнения без нарушения общепринятых правил и техники выполнения с обязательной фиксацией в верхнем положении и в исходном положении. Есть 90 подъемов.
За третье место с результатом 7 минут 40 секунд приглашается заслуженный мастер спорта Сергей Рачинский, Санкт-Петербург. Фото на память обязательно.